Здравствуйте всем. Я сегодня хотел бы акцентировать момент на дрожжевании корма для птиц, для животных. Для чего это вообще делается и какая от этого польза? И нужно ли это делать? Отруби насыпал, немного летит пыль. Дрожжевание корма очень полезно для живого организма, для сельскохозяйственных животных и птицы. Чем? При дрожжевании корма дрожжи разлагают сахара корма на более легко усвояемые вещества, вырабатываются белки. Дрожжевание корма повышает его биологическую ценность. Дрожжи – это растительные организмы, они, питаясь сахарами растительного происхождения, их делают более легко усвояемые. Также дрожжи обогащают питательными веществами дрожжуемый корм, вырабатывается, накапливаются витамины группы В некоторые, также провитамины D. Это повышает его ценность именно корма. Также насыщается корм дрожжами, молочно-кислыми бактериями, что, безусловно, очень благотворно влияет на здоровье и на аппетит животных. Как дрожжуется корм? Дрожжевать можно отруби, дрожжуют зерноотходы всевозможные, дрожжуют даже люцерну, переработанную мелкий порошок люцерны. Даже где-то я читал, что дрожжуют так называемый жом, или как отходы переработки свеклы кормовой. Как я делаю это? Вообще рекомендуется на килограмм корма, который подлежит дрожжеванию, 10 грамм дрожжей. Дрожжи лучше использовать свежие, пекарные. Но я не мог в городе найти их свежие пекарные, и я использовал вот такие дрожжи, вот сухие обычные дрожжи. Но, безусловно, от них не запаха, ну, чувствовался дрожжи, был какой-то процесс, но запаха не чувствовалось приятного. И недавно, вот на днях, вчера именно, я нашел вот такие дрожжи, хлебопекарные, прессованные, люкс экстра. Запах, безусловно, хороший, у них срок годности очень маленький, всего лишь месяц. Эти дрожжи я использовал, я засыпал отруби. Я сделал похожий способ, как бы опару поставил. Немного отрубей, развел в теплой воде дрожжи, перемешал. Вот я туда немножко бросил старый хлеб, был такой черствый. И сейчас я долью еще воды, дрожжи начали. Я туда положил ориентировочно где-то грамм 30 дрожжей. Вот эта опара у меня настоялась, я сейчас ее еще разведу немножко водой и упала кастрюлька, и добавлю еще отрубей. Это все мы перемешиваем, вода теплая, и вот эти отруби сейчас можно, конечно, добавить небольшое количество сахара, и данные отруби будут хорошо дрожжеваться. Дрожжуется где-то от 6 до 9 часов. Ну вот я эту опару поставил утром, как покормил. Вот сейчас я ее оставлю. После дрожжевания корм, конечно, надо вводить в корм в основной отруби с дрожжами. Постепенно, прибавляя по 10-15 с каждой кормежкой в процентном соотношении к корму. Но я просто как добавка раз в неделю ввожу небольшое количество. Безусловно, это будет очень благотворно влиять на птицу. Я это замечаю, потому что после введения дрожжей в мешанку птица в течение 3 дней
показывает через день, в течение последующих 3 дней, показывает очень хорошие результаты по яйценоскости. Потом идет небольшое снижение до выходных следующих, когда я им даю еще подпитку дрожжевую. То есть полезно, я вижу результат эффективный, позитивный, положительный результат. Используйте дрожжевание, это не так дорого, но очень хорошо отражается на яйценоскости, ну и, безусловно, на состоянии здоровья птицы. Всем удачи!